Привет! Сегодня у нас такой вот летний легкий узор. Это сеточка, она очень легко вяжется и состоит буквально из двух рядов. Итак, чтобы связать этот узор, нужно набрать количество петель кратно 2 плюс 2 кромочные. Я набрала 18 петель, из которых первая и последняя будут кромочные, и в работе будут у нас 16 петель. Давайте приступим. Для начала, чтобы показать вам узор, я свяжу такую себе базу из двух рядов, просто провяжу их как два лицевые ряда. А теперь давайте приступим к самому узору. Первую петлю кромочную мы снимаем. Далее 1 лицевая. Накид, 2 вместе с наклоном вправо. И наш раппорт будет состоять из накида и 2 петель, провязанных вместе лицевой с наклоном вправо. Так вот мы повторяем до конца ряда. Накид, 2 вместе. Накид, 2 вместе. Последние 2 петли провязываем так же, как и первая. 1 лицевая и последняя кромочная. Первый ряд узора закончен. И переходим мы с вами ко второму ряду. И провязываем его полностью лицевыми. Первую снимаем. Провязываем все петли лицевыми, и накиды тоже, мы их не перекручиваем. Последняя у нас кромочная, и теперь мы с вами будем повторять первый наш ряд узора, но в шахматном порядке. Первую петлю снимаем, делаем накид и провязываем 2 вместе. Накид, 2 вместе. И так вот до конца ряда. Последние вот 3 петельки у нас остается, мы сделали накид, провязываем 2 вместе, и последняя это у нас кромочная. Далее повторяем второй ряд узора, это у нас ряд, в котором мы провязываем все петли лицевыми. Последняя кромочная, переворачиваем, это наш изнаночный ряд, это
лицевой. И мы снова повторяем с вами первый ряд. Так вот и вяжется данный узор. Первая кромочная, далее одна лицевая, накид и провязываем 2 вместе. Накид, 2 вместе. Накид, 2 вместе. Вот так вот в шахматном порядке мы с вами делаем накиды, провязываем 2 вместе. Таким образом у нас получается сеточка. Каждый второй ряд узора мы вяжем полностью лицевыми и смотрим, чтобы совпадала сеточка. А здесь вот мы сделали, провязали 2 вместе. Дальше у нас идет одна лицевая и одна кромочная. Ну и если соблюдать все рекомендации по вязанию этого узора, то рисунок не должен уходить ни вправо, ни влево, он будет ровным полотном. Всем, кому понравилось, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Всем пока-пока!